Доброго всем времени суток. Вы на канале Мигрантика, с вами я, Василиса. Ну что, пришло время разыграть наш приз. Дядюшка Джексон ждет вас. Держите пальчики крестиком, а мы начинаем. Ну что, час пробил. Время по Москве 8 часов. У нас в Канаде Торонто час, и мы начинаем. Значит, я провожу эту лотерею с помощью такого рандомайзера U2Gift, так называется компания, этот веб-сайт, куда мы заходим, и проводим конкурс в один клик. Мы можем провести YouTube, Instagram или ВКонтакте, но так как у нас YouTube, соответственно, мы жмем YouTube. Здесь нам нужно указать ссылочку на то видео, под которым, как говорится, вся активность и была. Для этого переходим на видео. Копируем вот эту ссылочку. Вставляем ее вот сюда. Сейчас рандомайзер должен ее подтянуть. Пишем «Начать». Окей. Значит, что у нас здесь есть? Призовых мест у нас одно. Мы учитываем только один комментарий. По-моему, у нас здесь 33 участника. Ставим галочку здесь. И просмотров 218, комментариев 120. Но так как условие лайк, лайка 33, значит, я смотрю, что участника тоже 33. Ну что, начинаем? Нажимаем клавишу «Старт», и мы узнаем буквально через несколько секунд, кто же победитель. Начинаем. Идет сбор данных. Так, рандомайзер. Значит, мы не сторонний берем рандомайзер, а возьмем рандомайзер U2Gift. Окей? Мы так здесь и кликаем. Генерировать число. Ну, давайте будем число генерировать. Генерировать. Вау. Окей, мы выбрали уже победителя. Давайте теперь будем проверять самое интересное. Значит, посмотрим, оставил ли этот пользователь комментарий. Посмотреть. Комментарий участника есть. Закрываем. Значит, проверяем подписку, что, в общем-то, немаловажно. Подписки нет. У-у! Человек пролетает. Мы сейчас выбираем с вами нового участника. Соответственно, мы проверяем лайк. Лайк есть, но одно условие пролетает. Видите, подписки у этого человека нет. Значит, что мы делаем? Мы выбираем с вами другого участника. Для этого мы с вами кликаем вот сюда. Выбрать другого участника. Рандомайзер тот же. Сгенерировать. Окей-доки. Идем опять на проверочку. Проверочка. Комментарии есть. Идем дальше. Проверяем подписку. Подписки нет. Ну вот видите, второй человек тоже оказывается там же. Ну лайк он поставил. Видите, у нас уже появился третий шанс. Третий шанс у нас с вами. Итак, выбрать другого участника. Смешно сегодня, правда, получается? Рандомайзер, U2Gift, окей-доки, сгенерировать, пожалуйста, уже. О, есть! Я думаю, что светик проходит здесь по всем показателям. Мы смотрим комментарий, все делаем честно, без всякого обмана, даже больше, чем один, закрываем. Мы смотрим подписку, подписка имеется. Ну и, конечно, мы проверяем лайкосик. Лайкосик есть, ху-ху! То есть... Светик, жизнь во Франции побеждает. Светулек, я тебя поздравляю. Это хорошая победа. Участвуйте все в конкурсах. То ли еще будет. Это я только начала. Поэтому у всех есть шанс, и шансы у всех равные. Окей, мы все проверили. И мы закрываем конкурс. Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Салют, 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 фанфары. Мы сохраняем эту картиночку. Сохраняем ее. И, соответственно, закрываем конкурс. Поздравляем, вы успешно провели конкурс, что и требовалось доказать.
До новых встреч. Пока-пока.